Опасный тайник. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из незаконного оборота оружие, боеприпасы и вещество предположительно растительного происхождения, сообщает пресс-служба МВД России по Ненецкому округу. Информация о нахождении на территории округа опасных предметов и веществ была получена полицейскими в ходе расследования другого уголовного дела. В ходе оперативного сопровождения по уголовному делу была получена оперативная информация об нахождении на территории округа схрона взрывчатых веществ и наркотических веществ. Значит, данная информация была проверена в ходе следственных действий, проведения следственных действий, значит, и нашла свое подтверждение. Было изъято из незаконного оборота, значит, вещество растительного происхождения в порядке 200 грамм, а также две гранаты и обрез гладкоствольного огнестрельного оружия 12 калибра горизонтального, вот, и патроны к нему. Изъятые предметы направлены на исследование. Следствие продолжается.